Сейчас мы с вами свяжем цветок из 6 объемных лепестков. Начинаем вязание с 5 петель воздушных, которые замкнуты в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо соединительной петлей. Приступаем к вывязыванию первого лепестка. Делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Эти 3 петли подъема у нас заменяют столбик с одним накидом. Далее вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем еще один столбик с одним накидом. Наше кольцо. У нас получилась такая арочка, которая держится на 2 столбиков с одним накидом. Теперь мы работу с вами переворачиваем и вывязываем верхнюю часть лепестка по изнаночной стороне. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И провязываем 8 столбиков с одним накидом под нашу арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь работу переворачиваем и провязываем 5 столбиков с одним накидом под вот этот столбик. Ну, в нашем случае сейчас это воздушные петли. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3. 4, 5. Первый лепесток у нас с вами готов. Сейчас нам остается только его закрепить в верхней части столбика с одним накидом. То есть, если мы вот так с вами посмотрим, вот у нас наш второй столбик с одним накидом. Мы на его вершине захватываем вот так 2 петли и соединительной закрепляем наш лепесток. Подтягиваем. Первый лепесток цветка готов. Выполняем второй лепесток нашего цветка. Выполняем один столбик с одним накидом. Опять выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И один столбик с одним накидом. Видим, как наша арочка из 5 воздушных петель держится на 2 столбиках с одним накидом. Теперь работу переворачиваем и опять выполняем верхнюю часть нашего лепестка по изнаночной стороне, напоминаю. Делаем 2 воздушных петли и под арку провязываем 8 столбиков с одним накидом. Провязываем. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Теперь, когда у нас первый лепесток готов, очень хорошо видно, мы переворачиваем на лицевую сторону
И очень хорошо видно, куда теперь нам нужно провязывать. Нам нужно провязывать под вот этот столбик с одним накидом. Вот этот столбик. Под этот столбик мы с вами провязываем 5 столбиков с одним накидом. Провязываем. Делаем накид и провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Напоминаю, что это мы провязываем с вами по лицевой стороне. Закрепляем наш лепесток. Две петелечки вверху столбика. Почему за две петельки? Потому что если мы возьмем с вами одну петельку, то у нас будет большая дырочка. Две петельки будут хорошо держать. Две петельки захватываем и делаем соединительную. Лепесток закреплен. Наш второй лепесток цветка готов. Давайте с вами выполним третий лепесток нашего цветка. Опять делаем столбик с одним накидом. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять столбик с одним накидом, провязанный в кольцо. Опять видим нашу арочку и 2 столбика с накидом. Работу переворачиваем. Делаем 2 воздушных петли. И 8 столбиков с одним накидом под арку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Напоминаю, это мы выполняли с вами по изнаночной стороне. Теперь работу переворачиваем и выполняем 5 столбиков с одним накидом по лицевой стороне под вот этот столбик с одним накидом. Выполняем. Делаем накид и делаем раз, два, три, четыре, пять. Закрепляемся. Ищем наши 2 петельки вверху столбика и провязываем соединительную. Подтягиваем. У нас с вами готов третий лепесток. Чем интересен и удобен этот прием? Количество лепестков вы можете сделать абсолютно разное. Можете сделать 5 лепестков, 4 лепестка, 6 лепестков. Все зависит от того, как вы будете провязывать последующий лепесток. То есть вы смотрите, нужен он вам или нет. Хотите вы его провязать или нет. Мы с вами делаем цветок на 6 лепестков, поэтому мы с вами провязываем следующий лепесток аналогично. 5 лепесточков у нас готово. Вывязываем последний, 6 лепесток. Делаем столбик с одним накидом. Дальше вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас очень важно разобраться, куда же нам прикрепиться. Закрепить наш последний 6 лепесток. Что мы делаем? Мы с вами отсчитываем 5 столбиков с одним накидом, которые провязывались по лицевой стороне. 1, 2, 3, 4, 5. И раздвигаем 5 и 6 столбик. Ищем цепочку из воздушных петель. Видим, да? Ее нашли. Теперь вводим крючок в эту цепочку и присоединяем нашу цепочку соединительной петлей. Закрепили наш 6 лепесток. Работу переворачиваем. Выполняем
2 воздушных петли. Делаем 8 столбиков с одним накидом под арку. Напоминаю, все это мы делаем с вами по изнаночной стороне цветка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Работу переворачиваем. Провязываем 5 столбиков с одним накидом под вот этот наш столбик. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. И закрепляемся. Закрепляемся соединительной петлей ту же петлю, которую мы с вами нашли на нашей цепочке. Соединились. Наш цветок готов. Мы с вами распрямляем наши лепестки. И у нас получился вот такой оранжевый цветочек. Давайте посмотрим изнаночную сторону нашего цветка. Теперь посмотрим с вами, как можно этот же цветок связать на 5 лепестков. Творческих вам успехов!